Потом вы заехали куда? Потом вы заехали в Польшу, да? В Польшу. И сразу куда поехали? В Варшаву. Сразу поехали в Варшаву. Да, ну, сначала был Белосток, город. Что вы скажете про эту страну? Мы заезжаем в Варшаву. Ага. И просто видим практически сразу на пол стены плакат. Лицо Путина, и изо рта у него идет кровь. Ничего себе. То есть мы были в шоке, естественно. То есть и начали мы замечать такие моменты везде, по всей Варшаве. То есть мы идем дальше. Там какие-то солдаты нарисованы, то есть везде листовки какие-то висят. Путлер капут, то есть маленькие листовочки прямо на столбах. То есть какой-то страшный негатив вот, по отношению к России мы заметили. Жесткая агитация, то есть идет пропаганда анти-Путин. Именно вот личности. Журналы, газеты. Не Россия там, а везде. Путин, который санкции нам вводит, значит, он вообще очень плохо. Ну, дальше было все намного проще. То есть, это первое впечатление, вот, как ты спросил. Mm-hmm. Дальше мы начали общаться с людьми, знакомиться, то есть поняли, что не так уж все и страшно. Никто об этом и не говорит. И такого на языках особо не встречается, то есть, что какая-то ненависть или угу. какие-то прям жесткие агитации. Ну расскажите, что там было. То есть мы с Варшавы выехали в Краков, ну это культурная столица Польши, угу. и там была вот эта фабрика Шиндлера. Ну и как впечатление это вот вообще от Освенцима в целом, от этой... Вообще... Освенцим это дальше был, после Кракова. Да, это уже следующий катаиц. Город. А фабрика Шиндлера, она находилась в каком городе? В Кракове. В Кракове, Кракове. Да? Угу. А Освенцим далеко? А Освенцим же это же вообще поселок или что это такое? Да, Освенцим это небольшой. Городок, да, 65 километров, если я не ошибаюсь, от Кракова угу. до Освенцима. Побольше. Ну вот вообще ощущение, вот вы там фотографии сделали, как вот это Освенцим, там железная дорога, прям как в том фильме. Ну атмосфера та еще, то есть. Да, та еще. Та еще. Та еще атмосфера. Там два лагеря. Да, а где мы были? Я уж из два. Мы сначала думали, что мы приехали в самый главный лагерь, ну, который видели там в фильмах, mm-hmm. в документальных, в хронике и так далее. Вот. А это был Аушвиц-1, оказывается. Ну, то есть это был первый лагерь, вот, который вмещал в себя, ну, не так уж много людей, там, ну, тысячи людей. Mm-hmm. Вот. Там бараки кирпичные, причем все целые, не разрушенные. Услышалем я, поведяла Так to on, narastaju druk, stoi dobry Bóg, rozkaże ci drogę. Już pod koniec dnia widzę obraz swój, widzę miejsca, w których widzę ludzi tłum. Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk, to chyba sen. То есть за все ваше путешествие ни одного розжженного костра? Нет. Так, после Польши куда поехали? В Чехию. В Чехию. В Чехии у нас украли велосипеды. Отлично. Именно в Праге. Именно в самом центре Праги. И как так это произошло?